Так, ребята, всем-всем привет, и я сегодня с вами Джамалетдин Мурадов, и добро пожаловать на мой канал Дальнобой ТВ, Green and Road 2003. Так, ребята, у нас сегодня гайд, как взламывать профиль на 1.47.1.2s с помощью утилитил по названию YET. YET. 3.6 Tools версия 0.8. Про это утилитил оставлю информацию по описанию, также ссылку оставлю в описании. Так, ребята, при просмотрении моего гайда я вас попрошу подписывайтесь, ставьте лайка. Для тех, кто не подписался на Дальнобой ТВ, Green and Route 2003, для того, чтобы не пропускать всякие обзоры, видео, гайды. Ну и там остальное другое. Что ж, ребята, обзор будет продолжаться краткого интересного. Так что, ребята, особо не переключайтесь. Обзор. Погнали. Всем приятного просмотра. Так, ребята, здесь, как обычно, ничего делать не будем. Версия игры у нас 1.47, 1.2s. Релиз, как несколько дней назад, у нас как бы обновилась. Сначала была открыта бетка, затем как бы релиз. Так, ребята, как мы видим, у нас заблокирована покупка грузовик, заблокирована покупка прицеп, заблокировано там улучшение тюника грузовик, также улучшение прицепа. Так, и также откроем карту. Как мы видим, кроме нашего Вена, больше они все то есть все закрыто, как бы все заблокировано, то есть можно как бы все разблокировать, но надо чистым с трудом, надо ехать там. Ну, надеюсь, что вы меня поняли, о чем. Также у нас также покупка грузовик также заблокирована. Так, ребята, что делать, чтобы у вас и у нас все было разблокировано всего лишь за 1-2 действия. Так, у нас как бы чистый профиль, как бы так. Что ж, выходим из игры. То есть, смотрите, сначала сохраним. Все это дело мы сохранили. Там, например, там еще раз вот сохраним. Например, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, также мы покинем игру. Так, ребята, для этого от вас потребуется попасть в мой документ Евротрак, да, Евротрак Симулятор, зайти в конфиг и задать, то есть открыть окошко конфиг, найти и здесь писать там формат. Вот формат найти. Например, вот здесь по увеличению она стоит нолик, и вам и нам на место нолик нужно ставить двойка. Так, сохраняем. Так, все мы это дело сохранили. Теперь смотрите, что делать будем. Он как бы выглядит вот с таким образом. Так, желательно его надо открыть с помощью запуска по именно админа, то есть где она? Вот. Все это дело мы сейчас откроем. Сейчас перед нами выходит такое окошко. Как мы видим, YET 3.6 Tools. Так, что для этого нужно делать? Так, выбираем профиль. Выбираем профиль у нас, где она у нас, это, по-моему, вот это выбираем, также выбираем вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все это мы выбрали. Теперь что от нас необходимо надо делать? Будем разблокировать 100 миллион евро, разблокировать деньги, разблокировать уровни игры, разблокировать
все скины, разблокировать все города, разблокировать все гаражи, также разблокировать все дилеры, автосалоны и так далее. Но фиксы там, фуль, это уже как бы по вашему усмотрению. Пока это дело я не буду использовать. Так, после как мы начали выборы там, 4, там 5, 6. Так, заходим в сохранение. Так, у нас QSS сохранилось. Окей, все. Также мы это дело свернем, попадем. Игра Euro Truck Simulator 2. Как видите, как мы видим, у нас дело открывается. Так, ладно, мы это дело отменим. Так, продолжаем. Так, ребята, информацию оставлю по описанию. Также ссылка про это дело оставлю по описанию. Где приобрести, где скачивать, ссылка про него оставлю по описанию. Так, ребята, теперь смотрите. Теперь также здесь ничего делать не будем. Кликнем Escape, попадем в сохранение, загрузка, также загрузим. До этого секунда у нас было 2000 евро, и все было заблокировано. Там города, там автосалоны, там. И вот, ребята, как видите, как мы видим, F1. И вот, смотрите, видите, да, уже уведомление поступил. 1, то есть не 1, там 100 миллион евро. До этого минуты у нас было 2000 евро. Теперь что делать? От нас и от вас. Escape. Так, откроем карту. Как видите, как мы видим, у вас и у нас вот с таким образом вы можете разблокировать все названия города. Это еще не все. Также можете разблокировать, то есть уже есть доступ по всему Европу. Как видите, как мы видим, куда хотите, куда отправляйте. Выбор по вашему усмотрению, как бы, как видите, как мы видим. Также про информацию, вот так, как, что, чего делать, Фарма 2. Также я про него, если у кого нету, на конфиг. Также я по описанию оставлю, вот эту команду оставлю по описанию. Так, это дело мы закроем. Так, теперь, как видите, как мы видим, до этого дня у нас заблокирована была покупка грузовик. Например, кликнем под него, видите, да? Там все там Volvo, Scania, Renault, Mercedes, Man, Iveco, да, или на все, как видите, как мы видим. Iveco там, все, как. И также на другие сборки также вы можете все это дело использовать. Так, ладно. Если посетить... у меня пока как бы ожидает дело. Теперь, что еще у нас разблокировано? Разблокировано все прицепы, как видите, как мы видим. Все стоковые, пока у меня мода никакие нету. Например, берем вот перевозка скота, например, одиночные прицепы. Там 2, 3, 4, как бы все, как бы начинается. Также тюнинг, как бы, как видите, как мы видим. Все это дело у нас таким образом начинается срабатывать. Видите, да? Ну, я как бы перед вами больше ничего делать не буду. Я просто так примерно так покажу. Так, также мы можем там, например, там. У меня еще этого нету. Поэтому. Здесь как бы типа предлагают, типа, с нами поработать, там, взять вот деньги. Поэтому это дело также мы. Все это дело мы закроем. И вот сумма, как хотел отметить, что до этого минута, несколько минут назад у нас было 2000 евро. Теперь у нас, то есть типа 1000 миллион, ну, то есть 100 миллион евро. Так, от нас, от вас, что остается делать? Вот это, подтвердить вот это заказы, да, например, давайте. Я перед вами, я ехать не буду, я просто... с помощью свободной камеры я полечу, как бы, вот она. Сейчас.
Вот как бы там 90, там 15 или там 0, пускай будет, как обычно, 90, как бы, ну да, как бы дело класса, больше игроком мне придется как увеличивать свои деньги без ехать, ну, без всякие там, или там увеличения, или там, я не знаю, там, сейчас, или как я, или, ну, есть же мод, который увеличивает доходы, увеличивает уровни и увеличивает деньги. Теперь вы и мы как бы уже больше нам не придется, видите, да, ребята, уже как бы уровня 101 чемпион. До этого дня у нас этого не было. Теперь с таким образом, с таким командой у вас и у нас уже будет чемпион. Так, продолжаем. Все, наверное, ребята. Как видите, как мы видим, свободен, как ветер. Так, пра-пра-пра-пра. Что ж, ребята, все, наверное, уже как бы больше ничего сверхъестественного. Пора мне с вами попрощаться, как бы. Надеюсь, гайд кому-то было полезно, гайд кому-то помогло. Подписывайтесь. Дальнобой ТВ, Green 203. Подписывайтесь, ставьте лайки, поддержите меня, пожалуйста, со хорошим комментарием, поддержите со подпиской, поддержите со лайкоса. Это уже как бы для меня очень будет приятно, как бы. И так, это еще не все. Также хочу отметить, что нуждаемся на вашу поддержку, что хочу, чтобы вы тоже оценили мою работу со сдоната. Ссылка закрепим либо на комменты, или ссылку оставим по описанию. Что ж, ребята, берегите себя, берегите своих близких. Всем пока-пока. До следующего выпуска. Всем пока-пока.